В единый день голосования более 32 тысяч жителей области отдали свои голоса в поддержку выбранных кандидатов. В этот день в регионе проходили муниципальные выборы в Барышском районе, Новоульяновске и дополнительные выборы депутатов Государственной Думы. Результаты голосования обсудили на встрече с губернатором представители избирательных комиссий области. QR-код мы уже опробовали на этих выборах. Он зарекомендовал себя хорошо. Это позволило комиссиям очень быстро ввести протоколы участковых комиссий в систему госвыбора, что, естественно, повышает доверие к таким протоколам. То есть мы оперативно подвели итоги, установили итоги и определили результаты выборов. Результаты по всем 25 избирательным округам были признаны действительными. Таким образом, Ульяновская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где нарушений выявлено не было. Однако явка избирателей в этом году уменьшилась на 9%. И вот здесь есть о чем нам с вами совместно поработать. Нужно внимательно здесь каждого избирательного участка проанализировать причины спада интереса населения к участию в выборах и принять необходимые меры по информированию граждан о предстоящих выборах. В целом, итоги прошедших выборов показали, насколько область готова к выборам президента в 2018 году. Именно работа над ошибками поможет провести предстоящее голосование еще на более высоком уровне. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.